Здравствуйте, дорогие земляки, жители поселка Дубки. Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии в жизни нашего поселка, на торжественной церемонии открытия спортивной площадки. Теперь, благодаря проекту по поддержке местных инициатив, у дубковских ребят появилась возможность играть в футбол, волейбол и баскетбол на универсальной спортивной площадке. Уже третий год эта программа работает на территории региона, и Саратовский район является ее активным участником. Суть проекта в объединении бюджета всех уровней и бизнес-структур, после чего средства идут на решение первоочередных социальных вопросов. Мы в этом году 4 объекта по этой программе строим. И, конечно, в первую очередь обращаем на те вопросы жителей, которые звучат на сходах граждан. Кому-то площадка спортивная нужна, где-то в таком поселке, как Поповка, необходим был дом культуры, потому что там очень хороший творческий коллектив у нас. Сосновка тоже там не была многие годы обделена вниманием. В этом году мы там и с водой проблему сняли, и новый клуб, ну, обновили хорошо. Финики заявляли вопрос, связанный с пожарной безопасностью, потому что это самый удаленный населенный пункт на юге Саратовского района. Там пожарное депо появилось. Жители поселка Дубки голосовали за спортивную площадку. Их силами было собрано чуть больше 190 тысяч рублей. Общая же стоимость проекта, согласно сметной документации, составила 1 932 тысячи 36 рублей. Самое большое поступление средств было в размере 3000 рублей от одной семьи. Самый маленький перевод был 20 рублей. Вот. Но мы тоже поблагодарили, потому что спасибо, это все-таки участие. Сдавали даже бабушки, даже дедушки, даже те люди, которые еще не живут в Дубках, но планировали переехать и тоже переводили средства. Мы хотели именно площадку, потому что у нас нет такого объекта, его не было. Я сама играю в баскетбол, и поэтому я тоже с удовольствием буду приходить и играть. Удара по воротам предоставляется участнику всероссийского турнира по футболу «Лето юных талантов» Бобрушеву Артему. Торжественное открытие такого спортивного объекта на территории Дубков состоялось также благодаря участию неравнодушных спонсоров. От лица главы администрации Дубковского муниципального образования все они получили благодарственные письма. Спорт и активный образ жизни – это сейчас очень актуальное направление, и очень здорово поддерживать жителей поселка, в котором мы находимся, в котором находится наше производство. И для нас это, на самом деле, прям очень приятный вклад в это время, да, когда спорт актуален, когда здоровый образ жизни актуален. И очень здорово и радостно смотреть на светящиеся глаза ребят, которые сейчас после того, как перерезали ленту, бросились играть и в футбол, и в баскетбол. И это очень здорово. И ради этого мы готовы делать и в будущем вклад в такие же проекты. Появление современного спортивного сооружения по достоинству оценило и подрастающее поколение. Я люблю играть в футбол. И когда я вырасту, я буду играть в футбол со своими друзьями, которые я подружусь. Я очень рад, что нам построили такую замечательную площадку для нас, для детей. Мы будем проводить там свободное время и играть в баскетбол. Вот я, например, вот хожу на баскетбол. И я буду оттачивать там свои навыки со своими друзьями и одноклассниками. Спасибо большое вам.